У меня, например, нескольких одноклассников выгнали за то, что портреты такие были в классе. Портрет, а под ним пенопласт. Наклеенный на пенопласт. Они что, они сделали вот эти с иголочками, вот эти, как они называются, дарсет или раф. И кидали в портрет, да, хорошо застреет, ну, не знаю, ну, дети. Кидали, кидали, ну, тоже выгнали несколько человек сразу.